Доброе утро! Всех с воскресным днем! Сегодня у нас 15 января. Ходили в храм. Добрый день всем. Хочу прочитать одно стихотворение свое. Быть может, я лишь существую во сне своем, но не живу. Быть может, я сама рисую весь мир, что видится кругом. И существую в нем беспечно. Мне кажется, что я права, и кажется, так будет вечно. Но просыпаться уж пора. Глаза открыть порою страшно. Вдруг будет жутко и темно, и я у пропасти опасной. Вся жизнь промчится, как в кино. Тогда я крест свой поцелую, промолвлю: Господи, прости, и тело все мое земное ты святым духом укрепи. Господи, помилуй нас. Всегда обращаемся к Тебе. И Ты всегда услышишь наши просьбы и молитвы. Вот уже и вечереет. Мы будем молить Бога, чтобы Он нас помиловал, просить, чтобы мы смогли исправиться. А если мы исправимся,
и мир вокруг нас тоже исправится. Елочку мы будем до крещения оставим ее, пусть нас радует. Всем доброго здоровья, душевного мира, всего доброго.